Привет! Хочу показать и рассказать вам о двух сортах, вернее, об одном сорте. Это сорт, а это спорт. Вот. Мне как бы предложили вот сортик. Я посмотрела, мне он понравился. Но мне еще сказали, что очень прикольный все-таки спортик. И вот какой он раскрылся. Видите, какой нежный. Вот сорт, это спорт. Это сорт называется ват карнавальные помпоны, то есть правильное цветение, рюша, такой фуксиевый цвет, рюшка и очень-очень кучерявая, полумахровая, даже вот этот, вот видите, прям даже вот реально вот махровый цветочек, посмотрите какой. Вот, ну это все первое цветение, поэтому мы на него внимания не обращаем, правильно, как всегда. Мы даем растению набраться сил. И потом мы будем смотреть уже шапки, когда будут у нас. А шапки будут обязательно. В этом сорте я смотрю, что потенциал для шапочного цветения у него есть. И вот у меня расцвел спортик. Знаете, мне он даже чем-то больше нравится, чем сорт. Посмотрите, какой он прикольный. Смотрите, какие красивые, да? Вот. То есть, такие вот... Я так смотрю, что это как такой, как ободок у него вот основного цвета, да, сам оно беленький. Получается, и даже с зеленухой. Смотрите, вот зеленушка есть. Вот такой вот прикольный сорт и спорт. Конечно, розеточка такая, ну, такая. Видите, как-то она вот кучерявится, как-то она крутится. Не знаю я, может быть, я потом с ней там что-нибудь сделаю, как-нибудь я с ней подружусь, как-то я ее восстановлю куда-нибудь, как не восстановлю, а исправлю, воспитаю, вот так вот бы правильно было сказать. Вот, но это я, конечно, советую вам такие сорта иметь. Это вальковые сорта. Не знаю я, какой она сейчас селекционер, позиционирует себя украинской или нет. Вот. Но раньше она позиционировала себя как украинский селекционер. Надеюсь, сейчас то же самое у нее осталось. Так что вот такие вот прикольные спортики бывают. И на эти спортики надо всегда обращать внимание. Иногда бывают спортики намного интереснее сорта. Так как я уже показывала, в описании кину ссылочку. Спорт и сорт от Ле... Ой, шелковые кружева. Там тоже. Вот вы посмотрите. И реально спортики бывают намного симпатичнее сорта. В этом случае где-то так. Ну, посмотрим, как будет себя вести розеточка. Потому что вот это мне не очень нравится. Ну, хотя она так более-менее, как бы так вот, более-менее такая ровненькая. Посмотрим, как дальше она будет. Если такие кучерявые листья, это всегда проблема с розетками. Хорошо, когда листики ровные, тогда и розеточка аккуратненькая становится. То есть она такая ровненькая, выглаживается. Так что вот так вот. И, короче, этот сорт я, конечно, спорт себе тоже оставлю. Обязательно буду я его выращивать, потому что он очень-очень красивый. Так что вот на этом все у нас. У меня обзорчик такой небольшой. Показала я вам специально. Теперь я сниму эти бутончики, цветоносы, цветочечки сниму. И пусть он набирается сил. Пусть растет листовая масса, листики. И будет она у меня красиво-красиво. Они у меня расти и цвести. Все, ребята, на этом все. Комментируем, лайкаем. Задаем вопросы. Скажите мне тоже, мне интересно, какой вам понравился больше, сорт или спорт. Что вам больше понравилось. Вот. Все. На этом все. Пока-пока. До новых встреч. Пока.